Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем парник Телемок. 1,40 м на 4. Все разгрузили, приготовили. Брус поставили. Сейчас выставим диагональ, плоскость, уровень. И приступаем. Закончили монтаж парника. Парник Телемок. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20. Труба оцинкованная, полимерно-порошковым способом окрас, цвет шоколад, поликарбонат 0,7 плотности, 4 мм. Фундамент парника был 100 на 150, пропитан антисептиком. Цепочки, чтобы ветром не вдуло. Колышки, перегородка, габариты ее 1,40 м, в ширину высота 1,5 м, в длину 4 м, шаг 2 м. Упоры для фиксации промок. Сделали резинки и конек. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!